Рад приветствовать вас, дорогие друзья, с вами Варчик, добро пожаловать на мой канал, и в этом видео расскажу вам очень важный гайд. Он настолько же важен, насколько и прост. Бой на фоне, который вы видите, я играл недавно на стриме, который длился 12 часов. И это последний бой на 12 час. Про него я расскажу позже, а сейчас к самому гайду. Это скорее даже просто совет. Но очень важный, поскольку посмотрите на фоне в бою, сколько игроков утопится на этой карте Линия Маннергейма. А именно на этой карте чаще всего это и происходит, поскольку танкисты вообще не понимают, как ехать вдоль берега, постоянно топятся. И такое ощущение, что никто даже не задавался вопросом, а можно ли вообще просто спокойно вдоль берега проехать, не соскользнуть в воду и не утопиться. Я прекрасно вас понимаю, что многие танкисты, наверное, уже знают, как это делать, но давайте взглянем правде в глаза. Посмотрите вокруг, сколько танкиста утопится, а это означает о том, что за то большое количество боев, которые они наиграли, а я каждый раз смотрю, у них боев очень много, у меня складывается такое впечатление, что они даже не задавались вопросом, а можно ли вообще просто проехать и не утопиться. И, конечно же, можно, и в этом бою я покажу в одном из моментов, как ехать, но там будет небольшой промежуток, поскольку мне нужно было ехать не вдоль берега, а немного повернуть на врагов, чтобы закрутить их там, ну в общем вы увидите. Если вы вдоль берега по наклонной поверхности едете просто прямо, то ваш танчик начинает скользить, соскальзывает вниз, в воду, и в воде вы тонете, поскольку под водой, во-первых, танчик намного медленнее едет, вы теряете скорость, если скользите, и выехать оттуда уже не получается. Но если во время того, как вы поехали поворачивать танк, то во время движения вперед и поворота танк не скользит. В игре так сделана физика или механика движения танков, что во время поворота на наклонных поверхностях танк не скользит. Те, кто тренировались раньше на какие-то там подсадки заезжать, которые в игре позакрывали, об этом приеме узнают в первую очередь, поскольку именно с ним и приходится тренироваться постоянно. Это самое главное, самое важное. Набираете скорость и начинаете свой танк корпусом ворочать влево-вправо. Слишком сильно поворачивать не нужно, поскольку если вы корпус перекрутите, он попросту повернет в воду и тоже скатится вниз. Нужно просто там на секунду влево, на секунду вправо. Немножко потренировавшись, вы очень быстро поймете, как это делается, это очень легко. Даже если вы знаете, как это делать, то взгляните вокруг, в каждом бою очень много танкистов вообще об этом не задумываются и не знают. И очень много кто просто топит свой танк с кучей хп. И вот, допустим, в этом бою, который вы видите на фоне, люди, которые не умеют ездить вдоль берега, очень сильно повлияли на исход боя. А ведь это куча танкистов с кучей хп, и если бы они умели ездить вдоль берега, бой был бы совершенно другой. Ведь если вы топите свой танк, вы подводите свою команду и портите свой результат. Так еще и вы, возможно, что-то могли бы выполнить в этом бою, или пофармить серебра, или не слить свой танк, после чего придется за его ремонт еще и платить серебром. Я думаю, что это очень важно, научиться такой простой вещи, как просто ехать вдоль берега по наклонным поверхностям, при том, что это очень легко. Если вы это уже умеете, то я предлагаю вам поддержать свой контент лайками, дизлайками, комментариями, продолжительностью просмотра. Также расскажите своим друзьям, знакомым и товарищам, которые играют в эту игру. Если они не умеют ездить вдоль берега, расскажите им, как это делать. Или покажите мой видос. Ведь это очень просто. Но у меня такое ощущение, что танкисты даже не думали о том, что можно не топиться. Каждый раз, когда я попадаю на карту Линия Маннергейма, я вижу, как танкисты отправляются на глубину и не возвращаются. В принципе, с этим советом, я думаю, все просто. Поворачивайте свой корпус влево-вправо, когда едете вдоль берега, и все. И ваш танчик во время поворота не скользит и не падает на дно. Теперь давайте немножко расскажу про этот бой, который вы видите на фоне. Это объект 260, и в этом бою я впервые получил мастера на этом танке. Очень долго у меня это не получалось. Также этот бой был сыгран на стриме, который длился 12 часов. За 12 часов я прошел 15 заданий события «Зеркало теней». В этом событии «Зеркало теней» был челлендж. Топ-250 человек, которые быстрее всех пройдут 15 заданий, получат прем-танк ИСУ-152К. Я прошел за 12 часов, и сегодня, 2 ноября, будут начисления этих танков. Те люди, которые вошли в топ-250, гарантированно получат ИСУ-152К. Те люди, которые до 31 октября просто прошли 15 заданий, они участвуют в розыгрыше 750 ИСУ-152К, там уже как повезет. Поэтому сегодня, если вы получите танчик, то вы вошли либо в топ-250, либо если вы просто до 31 октября прошли задание и вам тоже начислили танк, то вам повезло. У меня этот танчик есть, и я получу полную компенсацию в золоте, что очень круто. Но еще что хочется сказать про объект 260, который у нас в этом бою главный герой. Это главная награда ЛБЗ Первого фронта, и он очень крутой, явно достойная награда за выполнение ЛБЗ. Я ЛБЗ выполнил очень давно, на объекте 260 уже накатал прилично боев, и это первый мастер на этом танке. Бой, конечно, очень уникальный, нестандартный. Он меня, конечно, порадовал. Но вот что меня не порадовало, это то, что на линии Маннергейма практически в каждом бою танкисты топят свои танки, практически фуловыми. И это немного не то, что хотелось бы в бою видеть. Поэтому расскажите своим знакомым, которые играют в танки, что можно вдоль берега ехать нормально и не топить свой танк. Я надеюсь, я попал в топ-250 и получу ИСУ-152К. В прошлом таком же подобном событии 15 заданий достаточно было пройти за 17 часов. Именно за столько прошел человек, который занял 250 место. Надеюсь, в этот раз 12 часов хватит. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Расскажите об этом видео своим друзьям. Всем удачного дня и пока.